В Ненецком округе пресечено более 2000 административных правонарушений за последние 6 месяцев. Такие данные привел в ходе очередного брифинга начальник окружной полиции Максим Кузнецов. Василий Ходанзейский расскажет подробнее. В региональном управлении полиции подвели итоги оперативно-служебной деятельности за первое полугодие 2021 года. Начальник управления МВД России по Ненецкому автономному округу в рамках своего доклада отметил эффективность деятельности окружных полицейских. С повышением эффективности оперативно-служебной деятельности управления в части противодействия незаконного оборота наркотиков, обеспечения экономической безопасности и контролю за лицами, ранее поступавшими закон. Реализованные предупредительно-профилактические мероприятия способствовали снижению числа грабежей, убийств, разбоев, изнасилований, вымогательств и угонов. Не допущено совершение преступлений на территории округа с применением оружия. За аналогичный срок по сравнению с прошлым годом сотрудники полиции добились достаточно высоких результатов в предотвращении правонарушений во всех сферах. Число преступлений, совершенных на бытовой почве, сократилось на 32%. Уменьшилось количество преступлений, совершенных в общественных местах и на улицах. На 11% сократилось число преступлений, совершенных лицами в состоянии алкогольного опьянения. Совместная работа со всеми субъектами профилактики позволила сохранить контроль ситуации в среде несовершеннолетних, а количество преступлений, совершенных в отношении подростков, снизилось на 54%. Однако на уровень преступности продолжает оказывать существенное влияние противоправные деяния, совершенные с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. Несмотря на широкую пропаганду и информационную работу, в отношении наших жителей совершено 104 дистанционных кражи и мошенничества. Разыскано 10 преступников, находящихся в розыске за совершенные преступления. На улицах и иных общественных местах причинено более 2000 административных правонарушений. Опираясь на статистику полугодия, были определены приоритетные направления деятельности для оперативного состава полиции. С учетом анализа оперативной обстановки, приоритетными направлениями для личного состава до конца 2021 года будут являться защита бюджетных средств и борьба с коррупцией, противодействие преступлениям, совершаемым с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, раскрытие и расследование преступлений прошлых лет, розыск преступников, профилактика правонарушений, контроль миграционной ситуации, обеспечение общественной безопасности и правопорядка на улицах, обеспечение полноты и объективности доследственных проверок, своевременность и обоснованность принимаемых процессуальных решений, совершенствование работы с кадрами, обеспечение готовности к выполнению поставленных задач. В ходе мероприятия были поощрены отличившиеся сотрудники за высокие результаты оперативно-служебной деятельности. Василий Хатанзейский, Владислав Носкин, телеканал «Север».